судья Винник Константин Григорьев. Блинды заключительные пары сегодняшнего дня, вторая полуфинальная пара весовой категории до 81 килограмма. Красного блинда Никита Лебедев, школа олимпийской надежды. Синего блинда Вадим Страус, дворец творчества Юга. Давай,
Государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук. Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Александр Детякин, Санкт-Петербург, Ленинград. Начало финальных боев в 13 часов. Взвешивание участников, как обычно, с 9 до 10.